Мир отмечает День туризма. Уже более 30 лет 27 сентября является красным днем календаря для всех работников туристической отрасли и заядлых путешественников. Отмечает ли Караганда День туризма со всем миром? Не знают ли горожане об этом дне вообще? Материал Даны Марат. Знаете, сегодня какой праздник? Давай. День туристов. Наверное, нет. Сегодня День туризма. Очень приятно слышать. А вы знаете, сегодня какой праздник? Сегодня нет, не знаю. Знаете, а вы сегодня День туризма, поздравляю вас. А вы куда-нибудь ездили через туристическую фирму? Обязательно, каждый год ездим. Каждый год? И как вам работа туристических фирм в нашем городе? Ну, знаете, нам везло. А мы довольны. Нам очень нравится. День туризма. Спасибо. А вы за пределы Казахстана выезжали? Да, я работаю в туристической фирме «Ариадна» и, пользуясь случаем, поздравляю и свою любимую фирму, и все фирмы города с этим замечательным праздником. Всемирный день туризма учрежден в далеком 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации. День туризма – это праздник для тех, кто ощутил себя путешественником. Хотя бы раз бывали на природе, в лесу, на речке, в поле. Это праздник ваш. И, конечно же, это профессиональный праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников компаний, даже работников музеев и гостиничных комплексов. Словом, всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. Конечно, это необычный праздник. Для нас, для руководителей турфирм, он, конечно, является профессиональным. Но поскольку нам 20 лет, я наблюдаю динамику роста турфирм в Караганде. Это тоже радует. Понимаете, когда конкурентная среда, естественно, улучшается качество обслуживания. Карагандинцы любят путешествовать и очень далеко, то есть в экзотические страны, но очень любят путешествовать и по месту. В Казахстане туристическая отрасль только набирает свои обороты. В стране работают тысячи компаний, предлагающих самые разные виды туризма, от экологического до экстремального. Плати и отдыхай. Кстати, иностранные туристы в Казахстане денег не жалеют, говорит менеджер туристической фирмы Шинар Бимурзина. К нам приезжают туристы из других стран. Например, в этом году нас посетили гости с Америки, Европы и даже с Италии. На сегодняшний день в Казахстане есть люди, для которых туризм – это хобби. Посещенные страны они коллекционируют. Есть люди, которые коллекционируют страны. Говорят, мы хотим побывать в разных странах. Кто-то приходит к нам, туристов, говорит, а мы хотим коллекционировать моря. Вот мы были на Черном, Средиземном, Желтом. Мы хотим другие моря. Дана Марат, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.